Здравствуйте! Журналисты сообщили, что 52-летняя актриса Мария Аронова была госпитализирована в Боткинской больнице из-за обострения остеохондроза позвоночника. В ходе медицинского обследования было обнаружено, что у нее, помимо этого заболевания, имеется несколько менингиом, доброкачественных опухолей мозговых оболочек. Хотя операция не требуется, по словам врачей, эти новообразования не представляют угрозы для ее здоровья. Позднее сама Мария Аронова прокомментировала эти новости, опровергая информацию о своей госпитализации. «Я нахожусь дома и ни в какую больницу не поступала. Это абсолютно ложная информация. Кроме того, если бы я была в больнице, зачем вы звоните мне? Ребята, вы считаете, что можно просто так звонить в больницу и узнавать о чьем-то состоянии?» Это не первый случай, когда Мария обращается за медицинской помощью из-за проблем с поясницей. Она отметила, что первые боли в пояснице возникли у нее 5 лет назад, и в настоящее время они усилились. В прошлом появлялись слухи об онкологическом заболевании актрисы, на что она неоднократно отвечала, что это ложные утверждения. Мария выразила надежду, что слухи не затронут ее семью, включая пожилого отца и дочь. Она также вспомнила, что ее мать ушла из жизни из-за онкологии, отказавшись от лечения, когда Марии было всего 23 года. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.